ну я тебе сколько раз говорю. Да нет, по-братски, а, ну. Я люблю ее больше жизни. Как ты не понимаешь это? Ты не можешь мне запретить видеться с ней? Если мне нужно будет выбирать между тобой и ей, я ее выберу, понятно? Моя любовь никогда не пройдет. Все. Жорик, ты про что сейчас говорил? Про чачу. Жорик, я тебя прошу, ты можешь сегодня не обсуждать алкоголь, не ругаться, не обсуждать женщин? Ты что хочешь, чтобы я всю передачу тупо молчал, что ли? Жорик, сегодня детский выпуск. Я почему сразу дети? Я не могу понять. Начальство сказало так сделать. Так что надевай вот это на голову и давай начнем уже. Вот это? Не, Рудик, питай меня, я не надену это. Быстро надень, я тебе говорю. Да не надену я. Если я это натяну на голову, мне потом на районе так натянут. Жорик, если ты это не сделаешь, ты не сможешь оплачивать свою квартиру, тебе не заплатят, ты понимаешь? И тебе придется чпокаться вот это на пруду. А тебе чпокаться на пруду по суду запрещено еще со дня Иван Купала, если ты забыл. Будешь никогда не чики-бринкаться, никогда не будешь ничего. До эфира 3 секунды, 2 секунды, 1 секунды. Тарабадибдир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 ir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 
не спеши. Эти горчичи... Короче, всем тем, кто законно может губами трогать Сесяндрой, салют, Вася. Жорик, хватит завидовать детям, просто начинай передачу. Что ты вмешиваешься? Я знаю, что я говорю, слушай. В эфире Севкав ТВ, и с вами я, кавказский кролик Жорик Вартанов. Такой же милый, так же быстро шпилевилки. Жорик, это детская передача! Ладно, ладно, все, это я просто пошутил чуть-чуть. Сегодня я буду учить вас жизни через алфавит. Итак, буква А. Антибиотики и абсент. Несите одно другим запивал, все нормально работает. Жорик, это первая буква. Ты мог что-то умное сказать? Ладно, умное скажу. Буква А. Орфография. Все, лучше ничего умного не говори. Что тебе не нравится? Следующую букву читай. Ты тупой, вот что мне не нравится. Буква Б. Без понятий ничего говорить не буду. Жорик! Что? И в натуре это по жизни пригодится. Давай дальше уже. Буква В. Вася. Первая буква У. Вася. Вася. При чем тут В? Это как в английском межзубное В. Вася. Вася. Так, следующая буква Г. Где Г? Нету Г. Как нету Г? У меня на него отличное слово подготовлено. Я знаю, это твое отличное слово на Г, поэтому нету Г. Вот ты в натуре ты. Следующая буква. Ладно. Следующая буква Д. Д. Дерьмо. Я на любую букву это слово могу сказать. О. Дерьмо. Жори! Что? Давай нормально уже веди, хватит. Ладно, ладно, что ты... Не может русскому языку учить человек, который хуже навигатора разговаривает. Детям сказку расскажи. Эфир сказку? Идет. Сказку. Сказка. После чачи на утро голова не болит. Это что? Это сказка, Вася. Не пилиться. На самом деле, после чачи чердак пополам ломается. Как будто твоей башкой баскетбол на щебенке играют. Не Жорик, пейте чачи. Детскую здесь. Сказку прочитай, тебе говорю. Все, все, что ты кипятишься. Вот это? Да, книга. Для чего я тебе книгу положил? Колобок. Чей лобок? Ты идиот! А, это кличка типа. Это персонаж сказки. Тебе надо кварцевание башки сделать. Прочитай сказку детям уже, пожалуйста. Итак, детки, колобок. Жили-били старух со старухой. И решили они поскрести по сусекам. Это они что, перепихон так назвали или что? Сусекас или что это, я не понимаю. Это точно детская книжка вообще? Это древняя эротика или что это? Жорик, нас за такой пересказ уволят вместе с тобой. Не, если 100% уволят, и неизбежно, я тогда еще мат добавлять буду. Просто нормально расскажи сказку, я тебе говорю. Ладно, короче, дети. Ну, тут понятно, этот наглый хлеб сразу дал по газам от создателей своих, короче. Жорик, он покатился. В смысле покатился? Прям хлебальничком об камушки покатился, что ли? Хоть ведь такси заказали, я не Жорик, знаю. Жорик, пожалуйста, сделай как мэр на выборах. В смысле? Просто рассказывай сказку. Давай, кого колобок встретил? Тут, короче, он доходит до лисы. А она, я того, рот Патрикеевна в натуре. Охмурила это пубертатный лаваш этот, короче, говорит, сядь мне на лицо, короче. Я тебе говорю, это порнуха, короче. Жорик, как тебе не стыдно такое говорить? А что я? Тут так написано, сядь там мне написано на лицо. На нос. А нос потому, не лицо. Просто признай, что он дрожжевой извращенец. Жорик, ты больной, причем всем сразу больной. Ты, это просто сказка.
Слушай, когда тебя тёрки за хачапури по-аджарски, вот это сказка, братуха. А это туфта какая-то, я не знаю. Все, короче, не могу эти сказки, из меня душу высосали. Я, короче, курить пошел. Все. Подожди, Жорик, а дети? Как я много раз говорил своей бывшей, это не мои дети, хватит давить на жалость. До свидания, выключай камеру, пошли курить. Жорик, детям надо знать, спать лечь, подсказку. Спокойной ночи, мои сладкие. В этом сезоне участники «Новых звезд в Африке», как по-настоящему сплоченная команда, начнут сразу выяснять отношения. Прошу, услышьте! Не ори! У нас балаган, заканчивайте это. Что ты сказал? Самый ядовитый сезон «Новых звезд в Африке». 17 сентября в 18:30. Интересно, прям я жду сильно. Премьера на ТНТ.